Друзі, всім привіт! Це третій випуск, третя серія про Honda Goldwing. І ця серія буде вся суто технічна. Тому що в минулій серії, хто не бачив, до речі, можна подивитися, щеплення, що б ми не робили, закони фізики не налюбиш, і все одно прийшлось їхати в Польщу, купувати нове щеплення. Тому тиждень минув, тиждень пройшов з того часу. Дивимось, як я хлопцям привіз з Польщі нові диски. Вот эти вот штуки туда засунул. Это белые. Ага, то есть мы раскручиваем и ставим. Да, вот если можно вот эту коричневую хрень снять, потому что она там наклеенная, мне сказали, чтобы она черная была. Хотя, опять-таки, нафига ее приклеили. Наверное, что этому была причина. Наверное, она просто. Вела себе некрасиво. Друзі, враховуючи те, що ми не вміємо знімати проекти, це наш перший проект, от така тавтологія, ми дуже багатьом дрібничкам не приділили уваги. А саме, не познімали всяких частинок. Тому зараз будемо пояснювати, що відбувається півроку назад. А півроку назад відбувається така штука. Тут треба було сказати, що модель Goldwing, це та, що з 88 по 98 випускалась, вона має чорний спідометр, мається на увазі циферки, циферблат на спідометрі і тахометрі. А з 98-го вони вже пішли білого кольору. І мені захотілось закос під 98-й рік, під окончання випуску моделі. І тому я купив оці штуки, циферблати на тахометр, спідометр саме білого кольору, і задача стоїть Андрію замінити. І, до речі, забігаючи наперед, треба сказати, що він дуже задовільно з нею справився, але ми цього також ніде не показали, тому зараз ми накинемо скріни, або вже накинули, того, як воно відбулося. Спочатку було чорне, а потім ми перейшли на білу сторону, і вони стали білими. Скудове масло, свілки? Да, я навіть засняв, яке воно прекрасне. Розібрав вілку для того, чтобы поменять масло, видим его такое состояние, слегка разжиженное, и присутствует в нем кофе с молоком или молоко с кофе. Ой, так оно разноцветное, типа рассыпалось уже. Это уже присадки, которые не дают маслу нужной вязкости, из-за этого пружины, грубо говоря, и терлись. Но фишка в том, что сами сальники, сейчас там залито дизель, чтобы помыть, сами сальники и перо идеально. Ну то есть хром вообще не имеет никакого износа. И вот эта сторона у него потеет. Но есть понимание, что потеет оно от вот этой вилки, течет туда, и вот там вот оно все собирается. Вилку надо будет делать, потому что она поцарапанная. Ну да, по сравнению с тем, что я ездил, смотрел. Да. А внутри я сейчас до сих пор мою этим, чтобы не разбирать. Не, можно, конечно, разобрать, но просто после каждой разборки нужно менять сальники. Смотрим сцепление. Да, самое интересное. То есть это уже все, это уже видно, что оно рассыпается, да? Сами фрикционы видно, да. То есть ты их трешь руками, а они остаются, скалываются, остаются на руках. Может, просто потому, что если просмотреть их, оно стояло долго в 2D последовательности, оно стояло долго и начало, грубо говоря, само себя есть. Но опять же, многие не знают вот этот нюанс, его даже в книжке не пишут, что диски после установки, ну, точнее, перед установкой новой, нужно же пропитать маслом, в котором они плавают. А если не пропитать? Если не пропитать, первый пуск будет съедать, если ты резко даешь, пока масло не пропиталось, будет съедать первый слой, самый главный слой, который фрикционный, который держится вечно. Оно будет его стирать. Диски как губка, они впитывают масло и уже тогда работают правильно. А если на сухую, грубо говоря, ну это такой нюанс среди кубатурной техники. Зараз мы вжимаем диски щеплення, коли вони вже лежать на столі, коли вони вже розобрані. Але було дуже багато всякого пророблено роботи, і цей процес ми, на жаль, не знімали. Але знімав Андрій, і не так багато, але є що показати. Легко. Так, ладно, розповідаю. Я заговорив.
Так, металлический фрикционный мы не взяли, это хорошо. Экономия вот этот, кстати, видно, что он отличается даже по самой насечке. Самое интересное. У нас самый маленький 3,76, а здесь 3,85. То есть, как вот это единственный живой диск. Если подсуммировать, можно понять, что диски просели кардинально. Ну, так оно и есть, плюс-минус. Ну, 3,85 и 8,6. А у нас большинство дисков 3,74, 3,71 даже есть. Это странно. То есть, 10 дисков на одну сотку пускай даже. Это на миллиметр они просели, в принципе. Да. На миллиметр, да. Это много. И фрикцион, смотрите, разница большая. Тут он рассчитан на то, что масло будет выводиться из этих канавок. А этот просто типа стекать. Ну, ровное и наискось прорези. Это типа хондовский, это что-то. Это у нас, скорее всего, перформанс. Да, перформанс. Я так по эмблемке угадал. Ну, огня. Это хорошо или плохо перформанс? Перформанс — это хорошо. Ну здесь да, здесь за ноготь не зацепляется. Не, оно такое, когда оно выедает, вот, там. Вот здесь вот самый тонкий диск стоял. Вот тут. Первое. Не, я каждый перемыл. Это не выемки. Не, я к тому, что самый тонкий диск стоял в этом месте, он даже видно. Угу. Ну-ка, там где расстояние минимальное притертости, да? Да. Я понял, о чем бы. Ну круто, круто, очень круто. Генератор живой? Он выдает нужное напряжение, и он стоит, кстати, на демпферных узлах. То есть таких 4 демпфера, и на них даже выработки нет. Генератор выдает нужное напряжение. И реле тоже параллельно. Ну, по-моему, тут 45-ваттный, да? Да. Но если ставить музыку, тогда что? Тогда нужно будет скорее добавлять еще один аккумулятор и менять реле. Сначала доводим до состояния good, а потом смотрим с музыкой. Тут много таких вещей, которые смотришь, вроде как состояние классное, там заглядываешь, а ремень новый. Ну, я вам скидывал видео. Да. Натяжители тоже в состоянии ГБ. Проверил натяжение. Натяжение нового ремня. Два ролика в идеальном состоянии. Первый ролик и, конечно же, второй ролик находится в прекрасном состоянии. Ну, например, даже в фильтр заглядываешь, он вроде старого образца, такой же бумаги давно нет, она желтая, но он фильтрует, он чистый. Первое открытие воздушного фильтра после долгого простоя. Я бы сказал, что он чистенький. Чуть продуть, и ему будет счастье. Что немаловажно, ни капли масла в сапуне. Это очень хороший показатель для этого года и этих мотоциклов. Часто тут даже есть немножко пространства, там где собирается масло, потому что сапун в любом случае закидывает в воздушный фильтр какое-то количество масла. Особенно на высоких оборотах. Это очень хорошо, то что масла нет. Как-то. Вот обычно ты проверяешь, фильтра не продувают вот эти, которые обычные бумажные. Но ты для себя проверяешь, смотрю, насколько он в нем пыль, а он чистый. Потому что оно видно визуально. Значит, поменяли когда-то. Давно. Тоже приятно. Это типа заднее от него? Да. Так оно живее всех живых. Я думал, оно уже лысое в вам. Вы же спрашивали, я вам говорил, давайте заберу. Ну, тут нет, тут оно стертое, но не сильно. А тут вот эта смазка, это что за смазка? Это тот человек перестарался, так же самое, как в карбюраторе. Это обычный солидол, причем достаточно неплохой. А здесь должен быть солидол? Нет, здесь соприкосновение двух металлов, и он, как я делал тоже раньше, но я чуть-чуть его мазал в край, не так, чтобы его раздавить. Чтобы не окислялось, я понял. Чтобы когда ты снимаешь, следующий, который снимал колесо, полчаса не сбивал колесо с механизма моста, потому что он там заклинивает из-за того, что влага каждый раз попадает. Если подвести промежуточные итоги, то на микрометр показывает, что вот эти диски, они толще, чем вот эти. Но если их положить на стол, то они как-то, ну, практически одинаковые. Для меня этот момент непонятен слегка. Я очень надеюсь, что это поможет, потому что если не поможет, то я фиг знает, куда смотреть. Антифриз меняем. Сейчас мы будем сливать с помпы. Все жидкости, кроме моторного масла, меняем, потому что мотор мы еще чуть покатаем, а потом его поменяем на уже, если получится выехать в этом году еще момент, куда-нибудь съездить в какой-то город, то масло обкатается. Если нет, то еще точно не знаю, что дальше. Также есть уже беленькие вот эти штуки, Андрей поменяет. Потом как-нибудь, наверное, не сейчас. Вот здесь вот
отломано крепление. И, в общем-то, все. А все остальные запчасти в практически около идеальном состоянии. Есть над чем работать. Промежуточные итоги пока такие. А глушители? Еще не пробивал. А зачем их? А, в смысле, дырки просто еще одни. Колесо пробито. А есть где-то? И видно уже дырку? Нет, я еще накачаю, привезу. Скорее всего, единственное, когда мотоцикл так долго стоит, это по ободу образуется окисление, и после того, как ты снимаешь резину, их очищаешь, ставишь, все нормально. Но я накачаю, промажу, грубо говоря, проверочной мылом, промажу, и тогда смогу увидеть, откуда оно спускает. Враховуючи, що мотоцикл стояв 8 років без руху, там переднє колесо, та й заднє теж, воно обод сам трохи окислився, і через нього почало пропускати, шипіть. Було прийнято рішення зайти, розбортувати, все почистити, все полагодити. Андрій все це зробив, і зараз нічого не пропускає, воно стоїть як новеньке. Окей, ладно, будемо полетіти далі. Пока так. Нічого плохого, многое хорошее, но не все. Сцепление плохое. Було рішення залишити мотоцикл на 2 тижні. За 2 тижні хлопці повинні бути зробити от такий от список. І треба було наше на монтаж колеса завести, тому що спереді травило, ззаді про всяк випадок. Треба було перебрати гальма, мається на увазі супорта, треба було перебрати вілочку, амортизатори, треба було зробити компресора, треба зробити було і ревізію повітряного фільтру, треба було налаштувати карбюратора. Коротше, пройшло. Це що таке? Потяг. Це потяг? Отак чутно, все труситься? Піпець. Так він же ж далеко. Одразу за... А, оцей, що за нами. Пройшло 2 тижні, приїжджаємо підзняти, подивитися, що, де, куди і як. Що хлопці зробили? До речі, забігаю ще наперед, хочу сказати, коли там заправляв Едуард, зараз же Едіка нема, але коли він заправляв, пізніше розповім. А зараз дивимося. Що? Что нахуй надо было? Типа интрига? Да. Потому что мотоцикл делали, когда там Эдик был. Вот как только его уволили, все, пизда, он, блин, пылью припадал всю зиму. И вот все, что сделали осенью, вот в таком оно состоянии осталось. Ни молдингом, ни хуйню. А вот эти вот прицепили новые, которые я с Польши привез. И что? А лампочки вставили сюда. Въебте, великое дело. 2 раза рубили карбюратора, и он зараз досі не працює нормально. Ну, блін, це ж пісос. До речі, треба було включити. Все. Все, вже вафлі. Ну, сейчас, секундочку. Можно поздно. Еще раз заснять, как оно выливается? Да, я знаю откуда. Да, вот это у нас, получается, является ускорительный насос, потому что как бы цилиндров здесь 6, а карбюратора здесь на всего 2. И игла вторичного дозировки топлива, то бишь, когда начинаешь откручивать и вакуумное разрежение дает возможность мембране поподняться, под иголочки начинает течь топливо. Это означает то, что, скорее всего, там немедленно заливает, то бишь то топливо. Воздушная смесь более обогащенная, чем на том блоке цилиндров. Но сейчас мы видим то, что в принципе они вообще очень хорошо работают.
Карбюратори налаштовували ми на вулиці. Я зайшов потім до хлопців в гараж, і там я побачив мотоцикл, на котрому я вчився їздити. Тобто це було 40 років назад, але приємні спогади. Дивимося. От сюди треба заходити знімати. Та там херня! Вон! Вон мотоцикл, на котором я учился ездить. Хотите, я вам такой подарю? Не хочу. Жалко. Я уже хотел чистой души там. Это К-750, по-моему, вообще древний-древний. Какого-то там мохнатого 80-го года. Вот, да, вот эта вот штука. Пипец этому мотоциклу. А что он сломался? Ну, не сильно ему плохо. Тут все восстановить можно. И этот самый... Ага, хрена. Он что, на передаче? Так, вниз. Тут же ручка есть, можно. Точно, помню. А, она вообще не переключается. Тут коробка заклинившая. Там вот той штукой можно переключить, выставить нейтралку. Потом... Но он вообще не чмыхает. Не, ну я смотрю, что у него даже передачи не переключаются совсем. Да, может быть, в задней включена. Задняя на нейтралке, но не переключает передачи. В смысле не переключается? Оно переключает. А, коляска это не упавшая. Коляска открученная. Не, нифига. Не-а. Не переключается. Ладно. Вот приблизительно такой хрени, когда мне было 13 лет. Ну, это, правда, К-750. Я учился на Урале ездить на мотоцикле. И вот на такой дикой штуке я ездил. А было это, ё-моё, больше 20 лет назад. Какой больше? Больше 30 лет назад. Какой я старый. Я стар. Я супер стар. У нас же еще неизвестное со сцеплением, помогло, не помогло. Добежать. Надо вот это, чтобы проверить, надо, чтобы я проехал. Так, давайте. Там тоже было сначала все хорошо, потом я поехал, когда он прогрелся аж до рабочего, и потом оно тык, срыв начинается. Проехать, я же так не могу греть. Я что-то проехался до церкви, покружу там на парковке. Ну и так и я раз, сколько я раза три до церкви проехал, плюс я ускорялся, так что будь здоров. Поэтому да, сейчас я ставлю техпаспорт и полетели. Короче, сегодня шары не будет. Я так понял, сейчас пацаны будут его отстраивать до конца, до упора, до естественного упора, аж до ночи, для того, чтобы завтра я мог прокатиться не в одиночестве, естественно, в какой-нибудь другой город. Не знаю, типа поедем недалеко, либо в Житомир, либо в Белую Церковь, либо еще какое-то направление выберем. Не скажу, какое, завтра в Инстаграм смотрите. А, что же в Инстаграм? Это ж только осень, весной выйдет, да? Смотрите Инстаграм, увидите на несколько месяцев раньше, куда я поехал. Андрюха, шлем у тебя есть с собой? Есть, половой орган только с собой. Вообще на голде ездят чуваки, которые в бейсболке, в трусах и в тапочках. Да, и сигареты, потому что обычно в салоне не дует. Да. Сейчас вешаем запуск и поехали. Ну, в смысле, запуск с фильтром. Что это за такое интересное зелье? Это надо в салат добавлять. Для того, чтобы организм немножко выводил шлаки. Что за странный звук? Так а что это стучит?
Зависает. Поверьте, джентльмены, это относительно всего того, что было, настолько... Да, тема стоит. Это типа кулеры, да, пошли? Да, такая мелочь. Так, я собираю... Все, теперь мы можем ехать, да? Да, он, конечно, не комплектный, я бы на нем, конечно, сейчас не катался. Не-не-не, я говорю, вы собирайте, а мы поехали в офис. Да, да. Везде надо смотреть. Там не работает, здесь не работает. Лампочка не синего цвета уже, зато белая подсветка. Ну, лампочки мы починим, лампочки мы новые закажем. Пусть стоит до завтра абсолютно нормально. До завтра все классно, мне все подходит. Так, ну, в общем-то, дальше уже пошел процесс сборки. Да? Мы поехали тогда. Микрофон надо с него снять. И мы полетели. А куда он побежал? Отлить? Ну, значит, за кончик ловить мы его не будем. Сейчас придет, сам отдаст. Кстати, да, звук журчания сейчас запишет микрофон, который на нем остался. Так то и руку мыл одну. Так, джентльмены, забирайте ваши... Все, мы тогда полетели. Сейчас я прячу свою камеру. Ну что, пока результат классный, я доволен. Ну, конечно, хотелось бы больше за 3 недели того, что оно сделано. Но с учетом того, что они третий раз снимают карбюратор, синхронизируют его, то успех есть, это уже хорошо. То есть, когда его нету, и чуваки там типа шарятся, вот это плохо. А когда уже дофига сделано, дофига поменено, плюс колеса здесь сняли, завезли на шиномонтаж, разбули, почистили обода, все сделали, причем и передние, и задние. Резина так и не определили, какого года выпуска, но сама по себе она еще очень хорошая и такая неплохая. Дофига еще чего нужно сделать по нему, но очень хочется завтра выехать. А вот выеду ли я завтра, зависит от того, чего они сделают сегодня. И чем меньше мы будем стоять у них над душой, тем больше они сделают. Поэтому типа все, мы помчались. История про щеплення вже підійшла до кінця. Вже все зробили, вже все працює і, можна сказати, на багато років вперед. Хоча можна її спалити. Наступна серія буде про світло. Як зробити світло і чи можна його порівняти зі щепленням? Ну а на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. А відносно щеплення, це ось щеплення світла, це просто піссос. Чого? А тих чуваків, що ви порадили, це... А, ви там все знімали, типа? Ну, так. Да. Ні, один відповідальний сказав, що вибачте, я зараз зайнятий, я цим займатися не буду. Але я вам дам відповідальну людину, як то кажуть, бездушевний пізд... Который не відповідає за свої слова. Ну, тобто, чувак розтворився, більше його не було. Я йому телефонував, дзвонив, він там щось там викатив в рахунок на 1500 доларів. Я говорю, окей, роби. Нема.